Итак, мануальная правка продолжается. Так, протянули тебе за... Вот это хрустит. Суставы. Поперечные суставы позвонков. Так, теперь... Ты тот человек, который любит пожестче, да? Да. Выдох. Еще раз. Хорошо. Молодец, молодец. Ноги подлетают даже, да? Отлично. Так, поясницу еще. Крестец себе подозернем. Так, лежи, сейчас немножко шею. Поднялась, да? Все такое печет, прям. Организм хорошо реагирует. Слышно было, да? Молодец. Давай в другую сторону. Сразу несколько звонков. Сразу пошел так. Да. И еще раз. Вот есть люди, которые боятся. Только не хрусти. А есть другие, которые хлебом кормят. Давай. Да, давай. Все, молодец. Полностью. Отдыхаем. Ну а вы как? Боитесь хруста или любите похрустеть? Похрустим?